Он нравится всем, безусловно, брутальный, немногословный. Он ровно по жизни шагает и все про себя понимает. Он ей проповедует счастье, она до конца в его власти. Она позабыла про слезы и летает с ним, как под гипнозом. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Все сомнения мимо, здесь все ясно. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Только с ним в этой жизни все прекрасно. Настоящий мужчина.